Аграгарадок Айшанка і пасёлак Октябрскі Чашнінскага района атрымалі прыродны газ. Ва ўрачыстай цырымоніі запальвання сімвалічнага факела прынялі ўдзел старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў і член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі генеральны дырэктар Віцебскага аблгаза Пётр Шэршань. Альшанка і Октябрскі сталі апошняй кропкай на карце газіфікацыі малых населеных пунктаў в области ў 2017 годзе. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Сергей Місурагін. Жыхары буйных гарадоў даўно прызвычаіліся да даброт цывілізацыі і не могуць уявіць свайго жыцця без блакітнага паліва. Але, як вядома, ўсё пазнаецца ў параўнанні. Для месцішу пасёлка Октябрскі падвядзенне прыроднага газа – падзея значная. Да гэтага гатаваць прыходзілася на звадкаваным паліве, а яно і гарыць горш, і пах непрыемны мае. Цяпер гэтыя нязручнасці ў мінулым. Цяпер прывялі гэты газ, мы очень довольны ўсе. Гарыць хорошо. Ждали, что провели нам природный газ. Это намного лучше, чем был предыдущий. Я уже ощутила, как хозяйка. Кастрюли коптят, запаха постороннего нет. Я довольна. Газіфікацыя сельскай мясцовасці – адна з задач дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе». Сёлета на Віцебшчыне прыродны газ быў падведзены да дзясятка малых населеных пунктаў. Для газіфікацыі Альшанкі і Кастрычніцкага пабудаваны 12 кіламетраў газавых сетак. Здесь в большей степени использовался сжиженный природный газ, то есть завозной. Значит, сегодня мы порядка 200 квартир перевели на природный газ. Ну, соответственно, еще где-то 200 индивидуальных жилых домов получают такую же возможность сегодня тоже газифицироваться, провести в свои дома отопление. Все это в полночном регионе выполнены все запланированные работы по газификации населенных пунктов. Зараз распрацовываются планы на 2018. И, как означал старшиня облвыканкама Миколай Шарснёв, у наступном годе блакитное палево отрымают не меньше агрогородков и поселков, чем все это. Людям необходимо створить комфортные умовы проживания. Это скоротить отток молоди с периферии у города и будет содействовать развитию мясцовой вытворчасти. Остается подвести газ вот в такие поселки, где еще теплится жизнь и есть развитие, где должны работать производства. Конечно, здесь должны оставаться дети, люди, должна быть жизнь, ведь есть земли, их нужно обрабатывать. Людям необходимо создать, конечно, хорошие условия для жизни. Газ – это цивилизация. По выниках работы в 2017 году лепшие работники Витебска облгаза были ознагороджены гоноровыми грамотами и памятными подарунками. Сергей Мисурагин, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Новини, Чашнинский район.